Курьезное происшествие в Красноярске. Вор залез в продуктовый павильон в районе Гайдашовки и застрял в потолке. По предварительным данным, дыру на крыше он сделал, чтобы проникнуть в помещение. Причем отверстие было маленькое, поэтому мужчина снял куртку и штаны, чтобы пролезть. Но это не помогло, и он застрял. В павильоне сработали датчики движения, и на место выехали сотрудники полиции, которые и обнаружили неудачу его воришку. Полицейские помогли ему выбраться из плена и тем самым спасли его от переохлаждения, ну или удушья. Впрочем, от наказания ранее судимому красноярцу вряд ли удастся отвертеться. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы. Благодаря тому, что охрана прибыла вовремя, своевременно его спасли, потому что неизвестно, в какое время бы его нашел, например, утром частный предприниматель, придя на работу. И либо человек бы умер от переохлаждения, потому что на улице минусовые температуры, ну, либо грудь ему действительно сдавливала, и он не мог ни вниз спрыгнуть, ни вверх вылезти.